Гнев, злость, раздражение. Именно сегодня мы будем учиться высвобождать эти эмоции. Сядьте в удобную позу, и теперь нам нужно делать перекрест руками, а по очередности то левая, то правая рука будет сверху. Движение ритмичное, дыхание такое же. Это видео длится около 2 минут. Но если вам необходимо, вы можете его сделать самостоятельно до тех пор, пока вы не почувствуете избавление. Лучше его делать 11 минут. Вы можете найти специальную мантру, которая называется «Хар». Она длится ровно 11 минут, и сделать это упражнение это время. Очень часто бывают такие ситуации, когда мы не можем, либо стесняемся показывать свои эмоции, и тогда мы их складываем куда-то внутрь себя. Но эти эмоции никуда не исчезают, они остаются в нашем теле, запаковываются. И как косметолог и массажист с большим стажем, я могу вам сказать, что да, это остается в теле, и потом это развивается в болезни. Поэтому так важно высвобождать эти эмоции. И это идеальное упражнение, чтобы это сделать. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы вас никто не отвлекал, и позвольте это время выделить именно себе. После того, как вы закончите 11 минут делать это упражнение, вы почувствуете, что вам стало легче, что все то, что вы скрывали от себя, это просто-напросто выходит и исчезает из вас. Именно сейчас позвольте себе отпустить все негативные эмоции, которые так долго жили в вас. Обида на кого-то, злость. Сейчас пришел тот момент, чтобы избавиться от этих эмоций. Сделайте это экологично. Если хочется рыдать, рыдайте. И вы увидите и посмотрите, как изменилась ваша жизнь. Я желаю вам хорошей практики. Желаю вам мира, света и добра. И прощаюсь с вами.